Федеральные власти инициировали розыск Уильяма Бутчера во всех штатах в связи с подозрением в убийстве вице-президента ВОД Мэдалин Стилвелл, а также за создание угрозы для ее сына Теодора. Сотрудники правоохранительных органов установили горячую линию и призывают всех, у кого есть информация о местонахождении подозреваемого, сообщить об этом. Полиция также просит общественность позвонить. Ты помнишь того переводчика? Смешной пацан, одноглазый. Я помню, как он забил гашиш. А тебя так обдолбало, что ты проехал через Альбасру голый, как птенец. Нет, приятель, это был ты. Это, блядь, крест, разве? Да, будем. О, не, приятели, я в завязке уже свек. Ну так вперед, щелка, это приказ. Ну, ты в какой-то невероятно глубочайшей заднице, что пришел перетереть об этом среди ночи. Подумал, что ты поможешь мне найти ее. Горячо. Кто она? Это моя жена. Кто-то вышел за тебя? Да, боюсь, что так. Подумал, что ты можешь порыскать там-сям, получить информацию от старых ребят Хиггинс, Эсквара. При всем уважении, не похоже, что твоя девчонка имеет желание быть найденной. Слушай, ты, блядь, поможешь или нет? Конечно, помогу. Мы же приятели, не так? Благодарю. Заказываем пиццу? А теперь полегче, приятель. Ребята уже в пути. Не стоило тебе это делать, Джок. Ты разделался с этой дамочкой истерика, Стилвелл. И с женушкой сделаешь то же самое. Я никого не убивал. Да ладно тебе, Билли. Я видел, на что ты способен. Как щегол с водяным пистолетом. Ты обычный убийца, это не меняется.